Щенок Шустрик. Волонтер уверена, что все будет хорошо. Знакомьтесь, теперь точно Шустрик. Последний щенулька, которого спасла волонтер Марина Абельдяева. Ребенку около 5-6 месяцев. Парень практически здоров. Курс антибиотика закончен. Проглистогонин. Витаминки колем. Немного диковат, залипает, когда беру на руки. Но это дело времени. Любовь и забота обязательно сделают свое дело. Начинаем не спеша рассматривать для него варианты. Рассказывала на днях про него хозяйка домашнего мини-приюта Марина Абельдяева. Но будто бы мы его сгласили. Вчера утром стало резко плохо нашему Шустрику. Отказался от еды, не пьет, не вышел на прогулку. Помчалась в клинику женщина с ним сразу. Температура была под 40, рвота, вялость, видно, что болит живот. Поставили ему внутривенный катетер, прокапались. Доктор, к сожалению, точно диагноз не озвучил. Есть подозрение на энтерит и чумку, но в симптоматике его женщина видит нюансы. Через меня прошло более сотни хвостиков с энтеритом. Запаха специфического нет, и поноса тоже, и температура такая тоже, не энтеритная, рассуждает волонтер. Будет катастрофа, конечно, если это окажется все-таки чумка. Это надо будет прививать всех в срочном порядке. Марина Абельдяева планировала прививки, конечно, но чуть позже. Предложили ребенка понаблюдать. Если не будет улучшения, завтра поедет женщина сдавать ему биохимию его крови. Назначения все, прописанные ветеринаром, выполняем. Наблюдаем пока что его просто состояние до ближайшего времени. Так обидно, мы уже практически были здоровы. Надеемся на все самое лучшее. Поддержите, пожалуйста, животное, если есть такая возможность.